Бұдан былай теңгеге ұлттық қор есебінен қолдау көрсетілмейді. Ұлттық валютаның еркін айырбас бағамы қаржы секторының тиімділігін қамтамасыз ету керек деп атап өтті елбасы. Оның айтуынша, ұлттық банк қаржы ұйымдарындағы жұмыс істемейтін кредиттер бойынша тексеріс жүргізуі тиіс. Банки, не сумевшие решить проблему капитализации, должны уходить из финансовой системы. Казахстанские банки должны соответствовать всем международным стандартам, в том числе Базельского комитета Международного валютного фонда. Важно добиться укрепления доверия к национальной валюте через расширение инструментов дедолларизации. Казахстанцам всем надо привыкнуть, что мы живем на тенге. Хлеб насущный покупаем за тенге. Колбасу, молоко тоже за тенге. Одежду покупаем за тенге. Доллары нужны тем, кто за бугром одевается. Или нужны какие-то импортные товары. За тенге. Хранение денег, депозитов в тенге выгодно больше процентов, чем есть на самом деле. За депозиты в долларах проценты будут очень низкие. К этому банк придет.